не прося ничего, получите все. Медитация на получение всего, чего бы вы не пожелали. Не слушайте эту медитацию, находясь на работе, в общественном месте или за рулем автомобиля. Выберите время и комфортное место для себя, чтобы никто и ничто вас не отвлекало. Мы будем работать с дыханием. Все, что нужно, это дышать как обычно, но постепенно углубляя дыхание и переводя все тело в состояние покоя. Я, Сюзанна, я буду вашим гидом в мир любви и гармонии, в мир эмоциональной и физической свободы. В течение нескольких последующих минут настройте свой мозг на осознанное следование словам. Итак, начнем. Каждый раз, когда вы сделаете вдох, осознайте, что вы вдыхаете колоссальную силу Вселенной. Вдох. И каждый раз, когда вы выдыхаете, осознайте, что вы отпускаете от себя все, что вредно для вас. Выдох. Каждый раз, когда вы вдыхаете, осознайте, что вы вдыхаете потенциал безусловной любви и радости. Вдох. Каждый раз, когда вы выдыхаете, осознайте, что вы отпускаете страх, тревоги, боль. Выдох. С каждым вдохом включаем силу воображения. Открываемся счастливым событиям. Вдох. Каждый раз, когда вы выдыхаете, почувствуйте, как покидают вас любые сомнения, тревоги, печали. Выдох. Каждый раз, когда вы вдыхаете, осознайте, что вы здесь и сейчас. Это радость присутствия в этой жизни. Вдох. Каждый раз, когда вы выдыхаете, отпускайте от себя переживания прошлого. Выдох. С каждым вдохом осознайте, что у вас есть еще один шанс сделать что-нибудь прекрасное. Вдох. С каждым выдохом избавляйтесь от апатии, лени, суеты и негативных привычек в вашем поведении. Выдох. Еще более спокоен мозг, сфокусирован на внутреннем мире. Внутренний мир. Внутренний мир. Внутренний мир. Он прекрасен. Спокойствие. Свобода дыхания, гармония, внутренняя сила, уверенность, безупречность, сила духа, доброта, баланс, ясность ума, красота
и уверенность, идеальное здоровье, глубокое убеждение в своих возможностях, безусловное приятие себя. Создаем новое, правильное, здоровое убеждение относительно себя. Ваш мозг способен заменить старые ложные убеждения относительно себя и мира. Все, что нужно, позволить нейронным сетям начать выстраивать в подсознании новые убеждения, новые ощущения себя. Самое лучшее – это не придумывать себя заново. Лучше, чем вас создал Бог, уже никому не создать. Бог – это безупречный Творец. И в каждом из нас есть его частичка, безупречная самость, суть. Поэтому все, что нужно, это убрать страхи и преграды на пути свободного самовыражения. Душа – это наши индивидуальные стремления и желания. Душа питается и растет, когда мы совершаем добрые поступки, когда мы уверены в себе и по отношению к самому себе поступаем честно и с любовью. Часто мы боимся своей слабости, но вместо нее нужно формировать гибкость, гибкость мышления и доверие Вселенной. У нее всегда найдется множество путей, по которым она может принести вам все, что вы ей закажете. Так сформируйте у себя убеждение, что вы спокойны, абсолютно уверены в себе, стоите твердо на своих ногах, чувствуете силу и достаток. Чувствуете, что имеете больше, чем надо. Это изобилие. Это уже есть. Эти чувства и мысли, как только придут в единую вибрацию, просто взорвут все преграды, разнесут в клочья препятствия на пути к изобилию и спокойному наслаждению жизнью. Внутренний мир. Внутренний мир. Внутренний мир приходит в синхронные вибрации с потоком жизни и Вселенной. Синхронизируются чувства и мысли. Состояние бесконечной уверенности, спокойствия, достатка, изобилие заполняет внутренний мир и заставляет ваш мозг формировать новое убеждение. Вы есть безусловная вера в себя. Вы есть личность уникальная в своем роде. Вы есть человек с безграничными возможностями. Вы чувствуете колоссальную силу. Вы бесконечно уверены в себе.
Вы есть мощь божественного сознания. Вы есть полное владение собой. Ум и душа едины. Вы есть внутренняя и внешняя красота и безупречность. Вы есть легкость во всем. Вы есть достаток и самодостаточность. Вы полны соками жизни, молодостью, свежестью, очарованием. Вы живете в изобилии. Вокруг вас изобилие. Вы имеете больше, чем достаточно. Внутренний мир. Внутренний мир. Внутренний мир. Я есть. Сделав вдох глубокий и длинный, проговорите про себя. И да будет так, да будет так, да будет так. Сейчас все, что вы установили на уровне чувств, ощущений и мыслей, образов, закрывается в вашем поле и остается для дальнейших глубоких трансформаций. Это никому не нужно знать на первых этапах. Не раскрывайтесь другим людям, пока вы еще не укреплены в новой программе убеждений относительно себя. Напротив, начните наблюдать за всем, что будет происходить вокруг. Не удивляйтесь, если ваша новая программа будет отсеивать ненужных людей в вашем поле, расчищать для вас путь в новую жизнь, подбрасывая новые идеи, новую работу, выталкивая вас из старой жизни. Относитесь к этому с терпением и пониманием. Только тот, кто умеет ждать, всегда найдет свой путь. Вы годами складывали привычное понимание о себе и мире. Это был ваш эксперимент, и вы имели на это право. Но сейчас у вас есть ключ к новой жизни. Берите его, конечно, если вы того хотите, если вы желаете перемен к свободе самовыражения и созданию вашей неповторимой истории в этой жизни. И да пусть путь ваш будет благословлен Богом. Любви, добра, благополучия.